Ученые шокировали журналистов, заявив, что грибы – это представители высокоразвитой внеземной цивилизации. Их якобы доставили на Землю инопланетяне. Маккин заявил, что споры грибов полностью адаптированы для космических путешествий. Они могут легко выжить в вакуумной среде, даже при экстремально низкой температуре. По своей прочности спора гриба сопоставима с металлом. Более того, она способна отталкивать негативное космическое излучение. Высокоразвитая цивилизация могла с легкостью изменить свою генетическую структуру и перевоплотиться в грибы, которые отличаются неприхотливостью и устойчивостью к внешним воздействиям. Грибы, пронизывая Землю, образуют масштабные сети. Грибница в некотором роде напоминает человеческий мозг, умеет собирать и обрабатывать информацию, определяет местоположение и даже планировать некоторые моменты. Интересен тот факт, что часть информации грибы способны передавать своим потомкам. Напишите, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока.